все. Вот с этим хочу потомство. И так далее. Даже, опять же, столько всяких интервью бабских, когда они сидят такие. Слушай, какая-нибудь там, Мариш, вот ты замечал такое, да, что вот смотришь на, ну, такой красивый, ну, понимаешь, головой, что, конечно, не удержишь ты его никак. Ну, ну такое, ну, мудило, видно, что мудило, прям лис такой, прожженный, шнырь, что со всеми он там это. Но согласись, хочется его, согласись. Ай, какие же, да, вот мы. Головой понимаешь, что с Ваньком лучше будет, спокойный, малый, хороший, но хочется, блин, вот это вот дрюню, так хочется дрюню и так далее. То есть я такое даже наблюдал недавно, шел, шли две дамы как бы по набережной базарили, тоже такие типа, ну не знаю, 30+, 40+. И что-то они между собой типа, слушай, там, ну там какой-нибудь Габи, как его звали, там Габи, Моша, слушай, он такой прям вообще, слушай, ну, прям бык вообще, бык-осеменитель. Прям так его хочется. Понимаешь, что он, да, он там с ним не одна, типа, не уживется. Но он козел вообще, да, наглый. Слушай, он там это, изменяет направо-налево. Но такой он бык-осеменитель. Так его прям хочется. Ну, честно, согласитесь. Другой, да-да-да, я видел его тоже, прям, знаешь. Да. То есть это, ну, природа. Все, что с ней, кого ненавидеть за природу? Кролика будем за уши ненавидеть или что? Или лисицу за рыжий окрас? Просто, ну, так устроено, и все. Дрюня, Дюша и Габич. Да. Итак. С Инцелычем, наверное, вообще чики не будут тусить. Ну, как бы, смотри, Инцелыч может заработать кучу денег, и тогда будут тусить через силу. То есть будут ложиться, раздвигать ногочи и все делать. Но все это как бы через силу. Догатурыч, да, что ж. Так. Сам прикол, что чики с парами, но видит, Чеду улыбается, облизывается, не обращает внимания, что парень рядом возмущается. Еще раз, это биохимия. Поэтому я их не виню. Это просто процесс, как человек, допустим, злится, да? У тебя происходит какой-нибудь, не знаю, комар. То есть ты, у тебя все хорошо в жизни, ты лег, и у тебя вроде там, не знаю, все стабильно, нормально, но у тебя прям... И ты прям понимаешь, блядь... Вот такая запускается реакция, прям, сука. И ты, вот эта тишина, особенно в ночи, если, допустим, в ночной. Типа, ты где вот там? А, блядь. Не здесь, прям, да где же ты, сука, сядешь? Раз, молчание, ждешь прям вот укус. И все, и как будто вся жизнь, вообще ничего нет. Ни гитар, ни мотиков, ни вообще ничего, только есть этот сраный комар. И у тебя вся как бы биохимия переключилась на этого комара. Так же и Чика, да, он просидит. Была более, типа, там, слушай... Дорогой там, милый мой зайчик, ну-ка пойдем завтра, да, там сходим это, в кино, может быть, он там в фильме, но и идет Чет, и она, естественно, у него запускается весь это. То есть это, наверное, на каким-то инфракрасным сканером показать, то там какие-нибудь яичники что-нибудь вырабатывают, что-то раз, там ноги начинают сжиматься, разжиматься, набухают тетянские, и все просто, ну, она же не может это контролировать, и все. То же самое, допустим, чел может сидеть с дамой своей какой-нибудь, и рядом проходит там просто все вываливается, какой-нибудь ультратомат, тетянские семерки, при этом талия вот такая вот, и лицо просто невероятно какая-нибудь... кореглазая мексиканка, которая поправляет там какую-нибудь челку. Оля, чико. И уходит. Естественно, чувак тоже типа... Так, о чем это я? Понятно, что там тоже если посмотреть какими-то со стороны, там подключить ему датчики, там сразу петушок, прям... И все, как бы процесс идет. Что сделать? Все. Что если НЦЛ красавчик и гигачат? Это противоречиво. То есть то же самое сказать, а что если высокий человек низкий? Так, Билл Гейтс топовый инцелыч, да, да. Он полный инцел, но тем не менее.